Здраво! Жители села Краснолипья, расположенного в Воронежской области, столкнулись с трудностями. Раскисшая дождей грунтовка, смешанная с грязью, стала серьезной проблемой для автотранспорта. Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Однако жители села применили старую добрую смекалочку. Ведь выделенных на благоустройство средств в размере 275 тысяч рублей на асфальт бы не хватило. Вот и решили делать дорогу из подручных средств. Глава поселения рассказала, что в ход пошли стройматериалы заброшенных ферм, кирпичи из ограды, некогда окружавший стадион, привезенный из других мест срезанный асфальт. В основу дороги пошел битый кирпич, который весной засыпет щебенкой. Будем использовать подручные средства. И несмотря на то, что местные рассчитывают, что дорога из дерьма и палок простоит 3-4 года, на кафедре строительства и эксплуатации автодорог Воронежского технического университета говорят, что считают иначе. Господи, да он прямо под нами разваливается. Не пугайтесь шума, девчонки, мост крепкий, как скала. Но похоже, что лучше не лишать местных жителей веры в сказку. Может, дорога из кирпича и приведет их к волшебнику из страны Оз, который решит их проблемы с финансированием. До скорых встреч!